как качнулся. Да что вы! Да, кстати, он большой и звездно-снежный. Вот это да! Это после опасно. Чего зрители и участники концерта пришли к единодушному мнению, а именно, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Спасибо, Михаил. Светлана. Да-да-да. И последний вопрос. Кто же обнимет нежно гитары желтые на сцене Крокус Сити Холла? И вам, Михаил, и всем зрителям, конечно, известен этот замечательный человек. Я с удовольствием представлю. Народный артист России Олег Митяев! Встречайте! Светлана Журова, спасибо. Авторадио. 25 лет в эфире. Авторадио. С праздником вас, дорогие друзья. Песня исполняется впервые. Вот уже 40 лет. Хотели развести костер? Изгиб гитары желтых ты обнимешь нежно. Струна осколком эхо пронзит тугую высь. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляж. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Изгиб гитары желтый ты обнимешь нежно. Струна осколком эхо пронзит тугую высь. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Авторадио. 25 лет. Лайв.